Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы решим задание из учебника «Математика 5 класс Никольский» номер 621. Какую цифру нужно поставить вместо звездочки, чтобы полученное число делилось на 9? Ну, для начала давайте вспомним признак делимости числа на 9. Если сумма цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9. То есть наша задача сводится к тому, чтобы посчитать сумму цифр, и она делилась на 9. Я думаю, что ничего сложного в этом нет. Итак, первое задание А. Здесь две цифры, и я думаю, что можно посчитать устно. Какая может быть сумма из двух чисел 4 плюс какое-то еще число, которое делилось бы на 9? Я думаю, что 4 плюс 5 равно 9. И 9 у нас делится на 9. То есть само число у нас получается 45. Да? Ничего сложного нет. Следующее задание Б. 5 и звездочка. Итак, число должно делиться на 9. Ну, давайте, чтобы не было у нас 54, да, 4 плюс 5. Какое следующее число, которое может делиться на 9? Может делиться 18. 18 минус 5, там будет аж 13. То есть никак не получится. То есть 5 плюс 4, снова-таки будет этот же вариант, это 9. 9 делится на 9. И число будет 54. Следующее, В. 8 плюс 5 и плюс еще какое-то число. Итак, 8 плюс 5 у нас получается 13. Мы знаем, например, число делится на 9, 18. Да? Если здесь 13, то нам не хватает до 18 еще 5. Да? Получается 18. 18 делится на 9. Тогда наше число будет 855. Следующее задание Г. 7 плюс 3 плюс 8 и плюс еще какое-то число. И это все должно делиться на 9. Итак, здесь у нас получается 18. Оно, в принципе, уже делится на 9. Можем поставить просто нолик. Да? Либо можем поставить 9. Тоже будет, да, 27 и тоже поделится. Ну, я поставила нолик. Пускай будет нолик. 18. 18 делится на 9. То есть, видите, могут быть некоторые варианты. Да, в принципе. То есть, вот как сейчас. Мог быть 0, могло быть 9. Тоже было бы правильно. Следующее, D. Есть 6, какое-то число и 7. Ну, я напишу 6 плюс 7 и плюс еще какое-то число. 6 плюс 7 – это 13. И чтобы число делилось на 9, допустим, это будет 18 число, нужно еще добавить 5. Получается 18. 18 делится на 9. Значит, и число будет делиться на 9. Только теперь смотрим внимательно, где какое число стоит. У нас сначала шла шестерка, потом звездочка. Мы ее нашли, это 5, и потом семерка. Так, следующее задание Е. 7, звездочка 2. То есть 7 плюс 2 и плюс еще какая-то звездочка. Ну, опять-таки, 7 плюс 2 – это 9. Теперь мы можем либо поставить 0, либо поставить 9. Ну, 0 мы уже ставили, давайте поставим 9. И получается, опять-таки, у нас 18. 18 делится на 9. И число записываем, смотрим 7, потом была звездочка, это 9 мы взяли, и 2. Это число у нас делится на 9. Далее, задание Ж. 2 плюс 4 плюс звездочка пока пропустим, 0 и плюс еще какое-то число равно. 2 плюс 4 плюс 0 получается 6. Какое мы возьмем число, чтобы делилось на 9? Это пускай будет 9, да? То есть не хватает еще тройки. Получается 9. 9 делится на 9. И число у нас получается 2430. Да, смотрим, 2, 4 у нас было, потом звездочку мы нашли, это число 3 и 0. Так, и последнее задание Z. 2 плюс 0 плюс 9 плюс 0 и плюс еще какое-то число. 2 плюс 9 будет 11, и до 18 нам не хватает семерки.
Так, будет 18. 18 у нас делится на 9. И получается у нас число 2, 0, 9, 0 и 7. 20 907. Вот и все, так легко и просто это задание решается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание, до встречи в следующем видео.